Пані та панове, у червоному куті гексагону праворуч від мене боєць із Сербії. Йому 34 роки, представляє клуб MMA Wonder Crew. Ladies and gentlemen, right side of me at the red corner of the cage, fighter from Serbia. He is 34 years old. He represents MMA Wonder Crew team. Little Wonder Dragan Pesci! У синьому куті гексагону діючий володар титулу чемпіону світу за версією World WFC із Люксембурга. Йому 22 роки. Представляє World WFC Promotion. Ladies and gentlemen, at left side of me, at the blue corner, fighter from Luxembourg. He is 22 years old. He represents World WFC Promotion. And he is World Champion of World WFC in the Featherweight Division, Black Wolf, Hassan Ashaban! Your referee, Vladimir Shimarov. Fighters to the center. Shake your hands, guys. Пожали руки. Listen to my orders. Внимательно слушаем команды. Protect yourself all the time. Все время следим за защитой. Good luck. Удачи. To your corners, guys. Yeah, don't close.
the back of the head. I'm good, I'm good, it's okay, but like you can see clearly. Call my finger. Call my finger. Для нагородження Олександр запрошується президент ліги WC Володимир Тесля, а також перший віце-президент ліги Денис Перч. Пані та панове, на третій хвилині 9 секунді першого раунду технічним нокаутом перемогу здобув, ladies and gentlemen, the winner of this bout by TKO in the first round and still champion of the world, Black Wolf Hasan Askhabad. Давайте сюда. Хасан, мы тебя поздравляем с этой победой. А, мне показалось, или был удар по затылку? Ну, я затылок, я не видел, но я затылок не бил. Я смотрел его бои, он всегда так делает, всегда плачет. Ну вот, опять попался. Не, я тебя понимаю, потому что, в принципе, такая голова, у него непонятно, где затылок, где лоб. А, ты планировал так быстро выиграть? Не, я готовился на 5 раундов. Но я не спешил, поэтому так. Ну, спасибо тебе за то, что ты даришь такие яркие, позитивные бои. Спасибо тебе за все. Может, есть желание сказать несколько слов? Хочу всем друзьям, хочу организации поблагодарить такое мероприятие, что делают. И хочу всех друзей поблагодарить. И особенно своему брату Хусейну посвящаю этот бой, который не смог сюда прилететь. Я за него тоже это, я посвящаю бой ему. Аллаху Акбар. Украина. Друзья, мало кто знает, действительно, в этом турнире должен был принимать участие и Хусейн Асхабов. Но не получилось. Хасан, ну, за двоих. Спасибо. Спасибо. Хасан Асхабов.